В городе продолжаются конкурсы среди молодежи «Лучший предприниматель» и «Открой свое дело». Если результаты вашей предпринимательской деятельности вас радуют и вы хотите поделиться опытом работы с другими, а может просто открыть свое дело, приносящее пользу людям, у вас есть еще возможность подать заявку в администрацию города. В прошлом году победителем конкурса «Открой свое дело» среди молодежи города Чебоксары стал ученик 7 класса школы номер 55. Илья разработал бизнес-план по внедрению в школьной мастерской изготовления оправок для торцевых фрез. Это приспособление нужно для того, чтобы обрабатывать металл на фрезерных станках. Сейчас Илья учится уже в 8 классе и продолжает работу над проектом. Сейчас я готовлюсь на городскую олимпиаду по технологии. Я делаю подставку для цветов. Это работа по дереву. Так что металл пока немножко отошел на второй план, но только из-за олимпиады. Именно по металлу вот сейчас намечается тоже оправка для фрез, но она несколько другой конструкции и более сложнее, чем та, которую я делал. Илья еще в 6 классе довольно быстро усвоил токарный станок. Примером послужил отец, а руководит его работой учитель технологии. Очень трудоспособный парень, настырный, упорный. Что задумал, он старается довести до конца. Оправку продали на одно из предприятий Чувашии. И за нее молодому человеку даже заплатили символическую сумму. Пока ее используют в тестовом режиме. В этом году юные дарования еще могут предложить свои оригинальные идеи и подать заявку на участие в конкурсе «Открой свое дело среди молодежи» до 18 ноября. Особо ценится новизна и социальная значимость бизнес-проекта. А в конкурсе «Лучший предприниматель года» могут принять участие предприниматели и коммерческие организации города Чебоксары. Конкурс будет проходить по 8 номинациям. Это лучшее малое предприятие, лучшее среднее предприятие, лучший молодой предприниматель, успешный старт, лучший предприниматель в области народных художественных промыслов, лучшая социально ответственная компания и лучшая инновационно активная компания. Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте города Чебоксары в рубрике «Малое и среднее предпринимательство». Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.